уважаемый председатель, уважаемые участники конференции. На ваш обзор представлена на тему эпоксидирования стирола пероксидом водорода в присутствии РЗС, содержащих гетеропоэксидин. Надо отметить, что функционализация алифатических и циклических углеводородов остается приоритетным направлением развития нефтехимического синтеза. Кислородная функционализация углеводорода позволяет получать на их основе такие ценные кислородосодержащие соединения, как эпоксиды, спирты, кетоны, диолы, альдегиды и кислоты, которые с успехом используются в различных отраслях народного хозяйства, а также промышленности, такие как области, как фармацевтика, косметология, парфюмерия и полимерной промышленности. С целью кислородной функционализации стирола нами была исследована реакция эпоксидирования стирола с участием водных растворов пероксида водорода различных концентраций в присутствии гетерополисаидин. На самом интересном месте. Систем гетеропоэксидинений с РЗ содержанием соединений РЗ элементов. Также, значит, обработано фосфорной или шавелевой кислотой в качестве катализатора. Здесь представлена схема окисления стирола пероксидом водорода в зависимости от концентрации углеводорода, концентрации пероксида водорода, начиная от 20% до 40%. Значит, наверху представлено образование эпоксида и дальнейшего при использовании водного раствора. Пероксида водорода, значит, эпоксид в дальнейшем водной среде превращается в диолы и может превращаться и замерзаться в альдегид. И при больших количествах пероксида водорода идет уже глубокое окисление с образованием альдегидов и бензоновой кислоты. Для нахождения определения оптимальных данных реакции эпоксидирования стирола пероксидом водорода нам была изучена и исследована зависимость факторов, влияющих на реакцию эпоксидирования, таких как температура, продолжительность реакции, мольное соотношение исходных реагентов к окислителю, а также количество используемого катализатора. Надо отметить, что синтезированные нами катализаторы были охарактеризованы современными физико-химическими методами анализа. Здесь представлен снимок, значит, поверхности катализатора, активные точки отмечены точками 1, 2, 3. На спектре представлен спектр активного центра на поверхности катализатора и первое, как было показано на предыдущем снимке. Исследование реакции эпоксидирования стирола пероксидом водорода различных концентраций
показало, что конечным продуктом реакции могут быть, значит, и оксираны, альдегиды и бензойная кислота. Соотношение их зависит от выбора каталитической системы, а также условий проведения реакции. Как видно, большое влияние оказывает концентрация окислителя пероксида водорода на селективность оксидпродуктов. Здесь представлено, значит, эпоксидирование как 20%, 30%, 40%, а также с другим катализатором, президиумом. Не терби, а президиум. Из табличных данных видно, что при низких концентрациях основным продуктом реакции с наименьшим раствором 20% пероксида водорода, значит, является эпоксид, и также образуется продукт глубокого окисления, там бензойная кислота и бензальдегид, и фенилацетат, ацетальдегид, также диолы. С увеличением температуры, значит, количество эпоксида уменьшается и увеличиваются продукты глубокого окисления, то есть это бензойная кислота и альдегиды. При использовании 30% раствора в основном получаются продукты, значит, альдегиды, кетоны и диолы, и уменьшается количество эпоксида. При использовании 40% раствора пероксида водорода количество эпоксида резко уменьшается, то есть селективность падает и увеличивается количество бензойной кислоты. Значит, представленные результаты дают возможность. А нам еще было проведено, значит, другие редкоземельные элементы в качестве катализатора. Другие редкие земельные элементы. Здесь, значит, обозначение С1 – это оксиран, бензальдегид. И, как показывает, при низких температурах, при высоких температурах количество эпоксида уменьшается. Также было проведено исследование с адуктом пероксида водорода с мочевиной. Как видно, здесь, значит, самая большая селективность по эпоксиду при использовании всех этих катализаторов, содержащих редкоземельные элементы. То есть среда играет огромную роль при соотношении выход оксипродуктов. Все конверсии исходного продукта достигаются 50%. Также и с повышением температуры повышается олигомеризация стирола. В заключение хочу сказать, что используемые нами катализаторы гетерополя соединения на основе вольфрамата аммония, модифицированные соединением редкоземельных элементов, могут быть использованы не только при окислении пероксидом водорода, также с другими окислителями он проявляет хорошую эффективность. Спасибо за внимание. Так, суаллар. Кимин суалы бар? Буйр. Мне очень интересно, да, вот катализаторы вот сами сетевые, да? Вот мне очень интересно, каким количеством вот этих элементов составляет ваш катализатор? Вот вы вольфрам, брали там другие элементы, редкоземельные элементы. Вот это в каком количестве они там у вас? Ну, в основном там содержался вольфрамат молибдена,
мы говорим. И добавки как качестве, как модификации добавляли редкоземельный элемент средний. Значит, это где-то соотношение между ними 1:3. Ну, по крайней мере, мы раза 3-4 использовали этот катализатор, он проявлял активность. И выход этого вашего продукта составлял как первоначальный катализатор, правильно, да? Да, активность не расставала. Эти ваши катализаторы, вот состав катализатора, они сухие, да, у вас? Ну, да. Синтезировали? Гетерогенизировали, да. Носитель уголь мы использовали. На угле он хорошо, значит, не только механически связывается с поверхностью и не смывается после использования с поверхности. А катализатор, когда синтезировали, его другие поверхностно-активные группы, его данные, да, изучают, гранулы какого размера, там, у вас в каком состоянии, вот катализатор вы изучали его, свойства катализатора, гетерогенный катализатор обычно изучает свойства, чего они всего представляют? Ну, мы его, значит, наносили на углеродный материал, который был синтезирован у нас, микроструктурный углеродный материал, который синтезировали в лаборатории по методике. Спасибо. Мемет Мэн, яғни ки тәкчә сиролон эпоксидләшмәсендә активлик göstermir bu полиоксиметаллатта. Başka neler yoklamışsın? Mesela bitki yağlarında yoklamışsınız mı? Yok, bitki yağlarında yok. Hala şeyde siklarifinde yoklamışız. Siklarifinde, sikloyeksinde. Sikloyeksinde, siklik alifinlerde yoklamışız. Bitki yağlarında Ömer Mehmet yokluyor. O cam vakti kuyla yokluyor. Yok yok, son vaktlarda, son vaktlarda bizde bir... Balkazani direktörü проводил. Bir de templanın bir bölmesi bizde vardı, bitki yağını yoklayalım. Alınır, yaşın etki alır. Çok yüksek epoksit grupları. По аспекту можно определить, то есть показывать эпоксидные группы характерные тонкости. Нет, а один часа есть методика, которая у нас сейчас невозможна, то есть определить аналитическими методами эпоксидные. У нас пока реагенты нет. Она дает очень такой, как бы, Достоверно. Я говорю, да, пока у нас. Я сейчас кипает, а я